Компактный настольный микрофон для общения и стриминга. В этом видео распакуем микрофон Oclick GM&G SM900G. Он поставляется в картонной упаковке, внутри которой помимо самого устройства найдем подставку, USB-кабель для подключения к ПК и руководство пользователя. Посмотрим ближе на сам микрофон. Корпус цилиндрической формы, выполнен из металла и пластика. Размеры 15 см в длину и почти 5 см в диаметре. Вес около 180 граммов. Спереди предусмотрен выход для наушников и регулятор громкости с функцией отключения микрофона. Снизу порт microUSB для подключения к компьютеру. Комплектный кабель имеет длину 2 метра. Если этого будет мало, можете воспользоваться более длинным кабелем и удлинителем. Микрофон фиксируется на пластиковую ножку с возможностью регулировки угла наклона относительно стола. Капсула микрофона установлена в верхней части за металлической ячеистой сеткой. Тип микрофона конденсаторный, направленность кардиода. Теперь о технических характеристиках. Частотный диапазон от 80 Гц до 20 кГц. Чувствительность 33 дБ. Сопротивление 680 Ом. Подведем итоги. Это конденсаторный микрофон с относительно компактной подставкой, поэтому он не займет много места на столе. Oclick GM&G SM900G подойдет для записи голоса, общения в играх, проведения стримов и конференций, а также просто для общения с друзьями по голосовой и видеосвязи.